Жень Вистанс. Вот пошел. Уклончик чуть небольшой влево. Влево раз. Опять, видишь ты? Наклонись, да, чуть. Вот наклони. Исходное положение. Группировка расширит. Вот эта группировка ближней дистанции важна. Группировка ближней дистанции. Садись, садись чуть-чуть. Садись. Главное не наклоняться, дорогой. Подсаживайся, подсаживайся, да? Во-во-во, самое, да. Ну, только можно чуть-чуть плечиками влево. Раз. Пошел левый снизу, правый снизу, левый сбоку. Еще раз. Ну, плечи. Так чуть-чуть. Два снизу, третий сбоку. А, секунду. Где? Расширить, вот смотри, мягкие ноги. Вот. Походи со мной. Походи. Группировка где, дорогой? Садись, садись на ногах, сядь. Садись, пошел. Раз. Вот. Вот теперь посмотри, это дистанция ближняя. Здесь ты выходишь на третий акцентированный удар. Здесь тебе, вот здесь ты сдал плечиками чуть-чуть. Не надо попу крутить. Не надо закручиваться. Она тебе больше вращения дает. Тогда больше вращения, больше амплитуда вращения, меньше скорость серийная. Да-да-да. Вот на третий можешь пристать, хорошо? Еще раз влево, раз, пошел. И посмотри, у тебя руки опять. Давай медленно. Раз, два, три. Кулаки от бороды, группировка. Оп. Хорошо. Почему ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Это мы с тобой нарабатывали так. Ты молодец, да. Смотри, ты пытаешься сделать. Оп, я тебе порванул. Ну, а теперь просто плечом чуть-чуть. Вот чуть-чуть, вместе с кулаком. Вот чуть-чуть плечом ушел. С бедром немножко. Оп, чуть-чуть с бедром. Пошел. Руками та-та-та. Оп. Пожалуйста, не опускай сейчас руку. Справа. Сиди, сиди здесь. Раз, два, три. Вот руками, одними руками. Давай. Хорошо, стоп. Не тряси руками. Группировка тебе дает расслабленность. Ты трясешь руками, думая, что ты расслабляешься так. На самом деле ты делаешь лишнее движение. Один раз трясешь, напрягаешься, в то же время расслабляешься, да. Но в то же время ты трясешь. Колени, расслабился. Пошел, вот прям ближе ко мне. Ближе ко мне. Вот давай, без уклона, без всего. Колени еще раз опустил. Правый снизу, левый снизу, правый сбоку. Вернулся. Оп, группировка. Левый снизу. Раз, два, молодец, три. Та-та-та. Теперь вот попробуй без паузы. Пошел. Почти. Вот теперь смотри, здесь есть фишка. Заставь себя, смотри. Раз, два. И вот видишь, первый удар снизу, второй снизу. И вот тут не останови руку. Не останови ее вот здесь. Раз, два. И проходит она. Ты на нее выходишь. Тебе второй удар как бы помогает немножко. Вот, подкручивай локоточек. И тебе второй удар, третий. После первого удара не останови левую руку. Хорошо? Поехали. Левый, правый. А видишь, ты останавливаешься. Медленно. Левый. Правый. Вот ты сейчас остановил ее. Проводи уже, сразу удар пошел. Еще раз. Раз, два, три. Ищ, молодец. Вообще, что, заставьте, чтобы паузы не было. Пошел. Раз, два, три. Не ускоряйся, но раз, два, три. После удара она проходит через тебя, как кулак. Раз, два, три. Опять остановка была. Бух. Да, вот давай еще раз со мной. Смотри. Сиди, не трясись, прошу тебя. Смотри. Раз. Два, три. Почувствовал, что нету паузы вот здесь перед третьим ударом сбоку. Раз, два, три. Карина, посмотри на меня. Раз, два, три. То есть вот это выход, инерция идет. Ты как бы плечами вот разгоняешься. Не ручками вот тут, а плечики немножко подрабатывай. Хорошо? В коленки опусти. Молодец. Пробуешь. Почти. Кулаки сожми. Правый, левый, правый. Вот группировка здесь. Левый, правый, левый. Да, да, да. Поднимаешься, выпрямляешь спину. Не выпрямляй спину. На третьем ударе можешь толкнуться ногами, но не на первых двух. Оп. Опять руки. Опять руки опустились. Ну, где проводишь? Опять поднимай. Сбоку удар идет. Раз, два, три. Не останови руку. Ну, нет, два, три. Не останови руку. Ну а почему руки здесь? Почему они упузаты? Раз, два. Не останавливай руку после первого удара. Проходит она тебе вот. Вот она должна пройти. Раз, два. Вот она проходит через подбородок, плечо, но без остановки, как курьерский, понимаешь?
Бух, попробовал еще раз. Сядь, пошел. Не останови руку, остановил. Ну-ка, давай. Левый снизу, правый сбоку. Левый. Раз, два, сдвоил. Группировка расширит. Опусти колени. Молодец. Вот сюда руки. Вот висят локти. Воткнул, пошел. Тан. И обратно локтем. Молодец. Только кулак через бороду проведи. Вот моя песня голова. Бей. Тан. Сиди на коленях. Тан. Больше руки. И поймай второй локоть. Во. Оп, замах через... Во, правый. Два. Вот. Там. Вкрути локоть. Опять. Все с плечами. Ну, опять плечи одной рукой. Там, одной рукой. Давай, пошла тройка. Вот почувствовал, как снизу сбоку. Давай теперь левый, правый, левый. Два пошли. Два. Да. Почти. Ну, кулаки перед подбородкой и не доставай. Пошел. Ой, молодец. Вот так. Во. Колени, сиди. А теперь на одном выдохе. Та-да-да, тройка. Ну, где руки? Че? Смотри, вот ты пытаешься ускориться и напрягать. Надо на выдохе, но спокойнее, хорошо? На третий удар акцент. Та-да-да, медленно, ну-ка медленнее. Раз, два, три. Опять остановил руку. Раз. Молодец. Ну, кулак через подбородок проведи. Ой, вот это хорошо. Плечи не зря. Пошел. Умница. Кулак через подбородок, плечи, спина круглая, как была, так осталась. Так, а теперь быстрее. Во! Пойдем. Почувствовал? Да. Сдвой мне, снизу сбоку, еще раз. Эх, моя вот это, вот все. Группировка, дорогой, до основной, сдвой печень, да. Туда, резче локтем, первый, прямо аж вкрути его туда. Во, а без спины. Во, одной рукой. Пойдет. Почувствовал. Скажите про тройку. Ну, классическая тройка. Вот с Рашидом били ее. Почему? Она, в первую очередь, она показательная еще какой. Это тройка сохранения группировки. Тройка учебная, но она и боевая. То есть вы, в первую очередь, находясь ближе дистанции, близкое расстояние. Все, заканчиваем, ребят, пожалуйста. Близкое расстояние к противнику. Любое опускание безударное, необоснованное от подбородка кулака, чревато вам ударом. Поэтому, естественно, что первый, если замах делать, то тебя видно. То первые два удара, вот они разгонные, как раз для выхода на третий акцентированный боковой удар, тем более вы по локтям бьете. То есть вам необходимо сохранить эту группировку, что может позволить вам только вот это движение, вкручивание локтя. Оно же дает вам сброс плеча. Плюс сбрасывание плеча, первые два удара легкие, разгоняет третий удар, который здесь уже можно привстать, толкнуться. Но в первую очередь, конечно же, это вот базовое состояние группировки ближней, средней дистанции. Когда вы делаете ноги пошире, у вас поясничный отдел расслабляется, грудной отдел, и вам дает возможность максимально сгруппироваться, фактически закрывая себя кулаки на уровне плеча, пол головы. Главное не наклоняться, тогда вы будете вот так делать, к тому же здесь затылок. Вкручивание, сброс, разгон, да, плечами. Вот это базовое упражнение для плечей также. Как плечо сверху вниз здесь идет обратное вкручивание, вращение. Не обязательно узко, совсем вот узко вот так вот сюда, но сброс по локтям. Плюс вы отвлекаете легкими ударами, да, выход резкий за руку. Ну, он такой интересный. Можно усилить, акцентировать. Но все это разговор опять о группировке средней, ближней дистанции, которая позволяет вам повесить плечи расслабленно, а главное максимально быстро, плюс не останавливаются руки, плечи, ваши кулаки закрывают вас, тем более на такой ближней дистанции. Вот такой вот момент мы пытались сейчас с Рашидом разобрать. Спасибо.